heaven on earth. Если вы жаждете Божьего огня, то славьте Его как жаждущий человек. Бог приходит на нашу жажду, Бог приходит на наше отчаяние. Будьте теми сухими дровами, которые умоляют о Божьем огне во имя Иисуса. Нас ждет прекрасное время. Привет, Face TV. Для нас большая честь быть на вашем канале. Мы также приветствуем канал Praise TV, который транслирует нас по всей Индии и в Пакистане, а также наших зрителей в Фейсбуке, Ютубе и на сайте нашей церкви. Привет, Россия, Израиль, Америка, Европа, Индия, Пакистан, Китай и Африка. Давайте поприветствуем всех, кто сегодня с нами. Аллилуйя! Кто из вас жаждет огня Божьего? А кто готов к тому, чтобы Бог зажег вашу душу? А кто верит, что Бог избрал вас для этого времени? О, аллилуйя! Сейчас время отделения, время просеивания. Сейчас миру нужны горящие люди. Об этом мы поговорим сегодня, а потом мы помолимся. Это будет прекрасное время с Господом. Я приветствую все наши церкви. Блумфонтейн, Йоханнесбург, Ледибрейн, Кейптаун, Лондон, Кимберли, Кларкстов, Кримстон, Порт Элизабет, Абингтон, Бустон, Хавертон, Вентук и многие другие места. Пусть Бог благословит вас. Присаживайтесь, пристегнитесь и приготовьтесь к движению Божьему. Лучше будет даже сказать, приготовьтесь к тому, что Бог будет использовать вас. Аминь. Думаю, мы уже достаточно долго сидели и пели. Я не помню. Как? Это будет на английском? Аминь. Ладно, сегодня постараюсь вести себя хорошо. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что Бог начинает делать в это время. На этой неделе я молился, и Бог стал говорить со мною не столько о важности этого времени, сколько об ответственности, лежащей на нас. Я знаю, что нас смотрят многие пасторы. Я уважаю вас. Я уважаю всех людей Божьих. Но я хотел бы подчеркнуть, что политики не ответственны за благополучие, процветание и расширение Божьего Царства. Бог считает нас, пасторов и служителей, ответственными за это. Если же мы сидим в комфорте и в страхе, то нужно осознать, что мы дадим отчеты Иисусу за это время. Это наша смена. Повторюсь, это наша смена. Бог знал, что COVID придет, и мы с вами были выбраны Богом для этого времени. Мы должны быть самым крутым поколением в истории. Были поколения, которые столкнулись с куда худшими вещами, чем мы. Они не поджимали хвост, не убегали, они не прятались, они не переходили на сторону мира. А если же они так делали, то Богу приходилось поднимать кого-то другого. А что касается этого пробуждения, хотя Бог и верный, и Он всегда сперва обращается к лидерам, но если они никак не реагируют, то Бог находит таких, как Давид, Гидеон и Исфирь. Бог находит тех, кто не боится. Бог может за одну ночь поднять людей, которые будут совершать великие подвиги для Его Царства во имя Иисуса. Иногда люди пытаются умерить мой пыл. Мне 56 лет, это еще никому не удавалось. Когда я говорю что-то, что цепляет людей, мне пишут имейлы, которые я, кстати, не читаю. Я получаю лишь краткое содержание.
У меня три личных ассистента. Они перебирают мои имейлы и передают мне то, что мне нужно услышать. Если вы мне что-то пишете, то это читаю не я. Но довольно часто я получаю имейлы с таким посылом: «Нельзя ли быть поспокойнее, как все остальные?» Нет, потому что я не все остальные. В теле Христа предостаточно таких лидеров. Нам не нужен кто-то еще, такой тихий, смирный и вписывающийся в картину современного мира. Разве что вы закопаете меня в яму, а до тех пор вы не сможете меня усмирить. Я так и останусь диким и необузданным жеребцом для Иисуса. Да, смирные, цивилизованные, одомашненные люди не изменят этот мир. Некоторых из вас христианство усмирило, успокоило до такой степени, что вы перестали быть эффективными. Если вы любите Иисуса и готовы на дикие поступки для Него, а не просто так, то сейчас воздайте Ему громкую и необузданную хвалу. Мое сегодняшнее послание называется очень просто. Мы будем говорить: «А где-то еще один Илья?» Или «Ильяна, есть ли еще отчаянные и смелые люди?» Где-то еще есть те, кто отказываются сдаваться, подстраиваться и мириться с ложью и с нынешним положением вещей. Где-то еще есть те, кто все еще горят для живого Бога. Когда я приехал в Блумфонтейн, церковь в Блумфонтейне смотрит нас. Я приехал туда, когда мне было 29 лет, я был таким же горящим, как и сегодня. Все там были консервативными, а у меня были длинные волосы. Да, у меня были длинные волосы. Можете в это поверить? Я хотел всем показать, что я не собираюсь подстраиваться под культуру этого города. Поэтому, пока я мог, я отращивал волосы, и все говорили, что я какой-то дикарь. Простите, если я кого-то обидел. Нельзя быть пастором с такими волосами или проповедовать в джинсах. Нужно соответствовать. Я всегда думал, соответствовать вообще чему? Тому, что придумала религия, под которую я не хотел подстраиваться. Иисус не хотел подстраиваться по такую религию. Да, Иисус бросал вызов устоям своего времени. Иисус бросал вызов устоям, традициям и религиозной системе того времени, потому что они были больше заинтересованы в сохранении обычаев, традиций и своей религии, чем в помощи людям. К сожалению, то же самое показал этот COVID. Он показал, что многих интересует не помощь людям, а собственное выживание в условиях пандемии. Если у вас есть отношения с Богом, то вам не может быть комфортно, когда вы видите, как овцы Божьи разбредаются. И когда вы видите уровень разочарования, отчаяния, замешательства, это самое время для церкви. Это время для Ильи, для Моисея, для Давида, для Гедеона. Пора молодым людям и даже пожилым сказать: «Вот он я, Господи, используй меня». Если можете, то закричите это: «Используй меня, Отец». Богу нужны не самые образованные из вас. Ему нужны самые послушные. Итак, 3 книга Царств, 18 глава, 20 стих. «И послал Ахав ко всем сынам Израилевым, и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илья ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? Закричите это». Кстати, у нас в зале сегодня снова присутствует полиция, потому что всегда находятся завистливые люди, которые жалуются на нас.
Полиция пришла с проверкой и подтвердила, что социальная дистанция соблюдается. Продолжайте делать то, что вы делаете, а мы продолжим заниматься своим делом, потому что мы соблюдаем безопасность. Мы не собираемся склоняться перед образом этого мира. Послушайте меня внимательно. Я не пойду на поводу у этого мира и самоправедных людей, которых не волнует то, что люди продолжают идти в ад. Итак, Илья сказал, «А если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. Как же мы так быстро забываем, кто такой Бог? Как же так, что ученые набрались наглости и сказали по национальному телевидению, старайтесь избегать мест массового поклонения. И никто не назвал это экстремальным предупреждением и дискриминацией. Как мы такое стерпели? Почему никто не говорит на национальном телевидении, не ходите в бары и в клубы? Я разговаривал с некоторыми молодыми людьми. Они каждую неделю ходят в клубы, где тысячи людей и никакой социальной дистанции. А вы говорите, что нужно опасаться церкви. Очнитесь, прекратите делать церковь юар-мишенью. Скажите аминь на это. Это ненормально, что кто-то может пойти на национальное телевидение и выступать против церкви Христа и Иисуса. Это ненормально. Что церковь стала мальчиком для битья для нашего правительства. Это ненормально. Церковь содержит в себе силу Бога, и только церковь может изменить сердца людей. На этой неделе я слышал о пасторе, который счастлив, что церкви закрылись. И он сказал, слава Богу за этот COVID, потому что впервые в жизни людям не нужно чувствовать вину за то, что они не ходят в церковь. Вы что, серьезно? Так вы понимаете церковь? Вы думаете, за пределами церкви людям лучше? Если вы достанете угли из огня и разбросаете их в разные стороны, думаете, они останутся горячими? Думаете, христиане останутся горячими вне своей поместной церкви? Думаете, сатана любит церковь Иисуса Христа? Тогда я вас не понимаю. Я не критикую пасторов, но если вы говорите, что спасаете жизни людей, то что вы вообще имеете в виду? Сохранение их естественной жизни? Наше наивысшее призвание — это опустошить ад и заполнить людьми небеса. Мы должны проповедовать людям Евангелие и помогать людям родиться свыше. Вот о каком спасении жизни говорил Иисус. И мы не будем отходить от этого из-за вируса. Мы справимся с вирусом. Мы что-то придумаем, но не остановим нашу миссию. Аминь. Кому-то нужно гореть для Бога, кому-то нужно проповедовать Евангелие, кому-то нужно начать проповедовать своей семье, кому-то нужно перестать извиняться за все и стать таким христианином, в котором Бог нуждается прямо сейчас. Распространяйте огонь. А теперь 24 стих. «И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего». И отвечал весь народ и сказал, «Хорошо». Не хочу ничего говорить, но многое из того, что должно было сработать, не сработало. Я лишь молюсь о том, чтобы люди были честными и чтобы на встречах за закрытыми дверями. Я был на подобных встречах, и там говорили, что этот COVID задержится еще на несколько лет. Означает ли это, что мы должны закрыть церкви еще на несколько лет? Что тогда от них останется? Попробуйте на несколько лет закрыть банки или же все больницы. Или давайте закроем правительство, наивысшая власть — это Царство Божие. Но почему-то люди относятся к церкви и к Царству Божьему так, будто бы это ничто.
Я говорю, довольно, мы должны защищать свою веру. Если мы единственные, кого это волнует, то давайте стоять. Богу не нужны 32 тысячи. Хватит. Хватит, я сказал. Богу достаточно 300, но полностью уверенных и ненапуганных, которые выйдут навстречу мудианитянам и выгонят этого дьявола из Южной Африки, а также принесут сюда небеса. Когда Бог двигается, дьявол и его силы будут побеждены. Но пока церковь находится в состоянии отступничества, а христиане отвернулись от Бога, то как Бог может прийти и двигаться могущественным образом? Когда я летел в астральном полете, никто из вас не знает, что это такое, но я практиковал это до спасения. Это когда вы покидаете свое тело и путешествуете в своем духе. Может, однажды ночью я приду к вам, и вы даже не будете знать об этом. До спасения я занимался разными глупостями. Все это лишь имитация того, что делает Бог. Я разбираюсь в этих вещах, в так называемой духовности. Я знаю. Что такое молиться кому-то, кого вы называете Богом, а также искать водительство от Бога или другой сверхъестественной силы? Я практиковал это. Нас направляли демонические силы, а мы называли их добрыми духами, но это были демоны. Итак, когда вы молитесь Богу, а также святому Бернарду, вы обращаетесь не к настоящему Богу. Бог не ответит вам, если вы вначале обращаетесь к Нему, а потом к женщине, которая читает судьбу по чайным листьям. Не знаю, как это называется на английском, но у моей бабушки были сверхспособности. Она могла предсказать, когда человек умрет и тому подобное. Мы все думали, что это хороший дар, но это не так, это спиритизм, но мы этого не понимали тогда. Моя бабушка приняла водное крещение в 87 лет, и она могла предсказывать будущее. Да, могла. А перед смертью? Как я уже говорил, если вы продаетесь дьяволу, за это придется заплатить. Всех ждет расплата. Если вы берете что-то от Люцифера или из сферы тьмы, то вам обязательно придется за это заплатить. Или же вы получите благословение, а кто-то в вашей семье заплатит за это благословение. А все, что вы получаете от Иисуса Христа, это подарок. Поэтому вы не можете следовать и за Иисусом, и за тьмой. Вы не можете следовать за Иисусом и обращаться за благословением к кому-то еще. Иногда, когда христиане долго ждут ответа на свою молитву, они прибегают к помощи того, чем они пользовались в прошлом. Мне всегда было интересно, как эти люди могут читать будущее по чайным листьям в чашке. Для меня все они выглядят одинаково, или же кто-то кидает кости и по ним предсказывает будущее. Как это возможно? Это спиритизм. Вас не может вести Святой Дух и злой Дух. Вы не можете служить Богу и чему-то еще. Он — Бог не мертвых, а живых. Вы не можете приносить жертвы Богу и кому-то еще. Если вам нужно избавление, то вам нужно выбрать Бога. Я разговаривал с известным футболистом. Это так забавно. Люди иногда такие безумные. Он — один из самых известных футболистов в ЮАР. И он рассказывал мне, что когда играл в одной команде, то 5 лучших футболистов привязывали. Он такой же розовый, как и я. Я не белый, потому что белые мужчины не умеют танцевать. Итак, он рассказывал, что перед выходом на поле 5 топовых игроков той команды уходили в другую комнату и завязывали веревку на животе и на запястье. А потом бросали какие-то вещи себе на ноги. Таким образом, они получали благословение. Затем они возвращались к своей команде
И тот же человек, который проводил тот обряд, брал Библию, читал ее и провозглашал Божие благословение на всей команде. Как так можно? Как можно соединять то и это? Как можно соединить культуру с Иисусом Христом? Как можно соединить поклонение из вашей прошлой жизни с поклонением Богу? Библия называет поклонение мертвым некромантией. Наш Бог — Бог не мертвых, а живых. Те, кто ушли из жизни, не могут вернуться сюда. Поэтому вам нужно определиться, во что вы верите. Вам не нужно Евангелие Иисуса плюс еще что-то. Я могу рассказать вам такие истории, от которых у вас волосы встанут дыбом. Я знаю, как люди опускались под воду и исчезали на несколько дней. Я говорю о пасторах и о пророках. Я был на таком собрании, когда я служил в Лесото. Это называют «Ведьминой горой». Там люди меняют свой облик. Для белых людей из западной культуры это просто взрыв мозга. Но наши люди это понимают. Наши люди знают, что есть силы. Например, как у магов фараона, они могли превратить свой посох в змею. Это сила, но эта сила ничто по сравнению с воскресшим Христом. Аллилуйя! Вы не можете верить обоим. Вы не можете служить и Богу, и Ваалу. Вы не можете поклоняться Богу и еще чему-то. Вам нужно поклоняться Богу Небесному, Сын которого, Иисус Христос. Он сказал, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня». Недавно я общался с одним музыкантом. Он принял спасение и водное крещение. Но когда не все у него получалось, он решил обратиться за так называемым благословением. Да, вы знаете, о чем я. Я не могу сказать такое по телевизору. Его имя начинается с буквы «С». Нет, это не святой, вторая буква «А». Призовите имя своего Бога и посмотрим, что будет. Вы повесили над входом в свой дом подковку. Но продолжаете жить в бедности. Как это вам помогает? Раньше во всех бедных домах в ЮАР висела подкова. Считалось, что она приносит благословение, но все они оставались бедными. А еще можно положить денег в ботинок, но при этом у вас есть деньги только в ботинке. Почему? Вы давно носите с собой все эти талисманы, но проблемы никуда не деваются. Моя бабушка приняла водное крещение в 87 лет. Перед смертью она была ужасно напугана, потому что внезапно пришел сатана и стал требовать то, что считал своим. Ее мучили демоны. Пришлось привести ее к Господу и молиться за нее, потому что она постоянно видела их. Вы думаете, духовный мир — это что, игра? Вы думаете, что можно общаться с силами тьмы, а потом приходить в церковь и время от времени кричать себе «Аллилуйя»? Если вы ищете ответов в ком-то другом, а не в Иисусе, то тем самым вы наделяете силой и властью другого Бога. И в ЮАР это очень распространенное явление. Во время локдауна много спасенных людей вернулись к старым путям, но это их ни к чему не привело. Они искали помощи за пределами живого Христа. Я говорю не о наркотиках или подобных вещах, я говорю о поклонении. Если вы молитесь кому-то, то ему вы поклоняетесь. Тот, кому вы обращаетесь за помощью, становится вашим Богом. Вы не можете иметь двух богов, двух спасителей.
двух избавителей, двух целителей. Вам нужно определиться. Если Иисус Христос ваш Господь, тогда следуйте за Ним. Определитесь и следуйте за Ним. А люди в ЮАР не любят, когда вы проповедуете об этом. Им нравятся религии, привезенные из Европы, но они объединяют Евангелие с разными ритуалами, которых нет в Библии. Многих ритуалов, к которым прибегают люди, нет в Библии. Я говорю, многих нет. Например, если я скажу «Санта-Клаус» 50 раз, мои грехи будут прощены. Можете говорить «Санта-Клаус» до второго пришествия, но ваши грехи не будут прощены. Ваши грехи были прощены во Христе Иисусе, и все ваши обряды или молитвы к Деве Марии не омоют вас. Есть только один посредник между Богом и людьми — Господь Иисус Христос. Только Он имеет власть разрушить власть и силу греха и сатаны в вашей жизни. Все мы делали это. В нашей культуре много хорошего, но Бог не в культуре. Традиции — это хорошо, но их нельзя ставить выше слова. Сам Иисус говорил об этом в Евангелии от Матфея, 7 главе. Он сказал, «Вы отменяете Слово Божие в угоду своим традициям». Кто-то может воздать Богу громкую хвалу? Не ставьте ничего и никого выше Иисуса. Ни отца, ни мать, ни дедушку, ни бабушку. Ни детей, ни внуков, ни пастора. Это, по крайней мере, ограничьтесь каким-то кругом людей для общения. Илья сказал, и призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть истинный Бог. И отвечал весь народ и сказал, «Хорошо, пусть будет так». Если человек действует по водительству не того духа, а вы следуете за таким человеком, то дух, контролирующий этого человека, начинает контролировать и вашу жизнь. Вы это понимаете? Иисус сказал, «Не хлебом единым жив человек, а каждым словом, исходящим из уст Божиих». То есть, вам нужно жить Словом Божьим. Вам нужно жить Словом Божьим. Всем словом целиком, а не как в ресторане, где вы выбираете что-то. Те блюда, которые вам нравятся. Если сам Бог превознес свое слово выше своего имени, то вам тоже нужно превознести его выше вашего имени, вашей культуры, вашего мнения и ваших чувств. Если сам Бог подчиняется своему слову, то самое большое откровение, которое вы можете получить, кроме откровения господства Иисуса, это то, что вы должны жить по Слову Божьему. Итак, если этого нет в Библии, это нехорошо. А если это нарушает предписание Нового Завета, это нехорошо. Думаю, если бы люди читали Библию, они бы не злились, когда я затрагиваю такие темы. Ведь так? Говоришь что-то и видишь, как ставни закрываются. А почему? Это же из Библии. Просто вы верите своей культуре больше, чем Богу. А Бог все еще отвечает огнем. Послание к евреям, 12 глава, 29 стих. «Бог наш есть огонь поедающий». Илья обратил весь народ к Богу. Он бросил им вызов. Без таких вызовов не будет никаких перемен. Мы не можем позволить, чтобы наши пасторы проповедовали мягкое, комфортное и разбавленное Евангелие. Нам нужно бросать людям вызов. Нам нужно вернуть людей в церковь. Вернуть их к Богу, к жертвенности, к молитве и к алтарю, как это сделал Илья. Второе, что он сделал, отремонтировал жертвенник Богу.
То есть он восстановил присутствие Бога посреди народа. Я понимаю, что у вас может быть свой алтарь. Сегодня многие люди проводят время только с Богом, но это не приносит им никакой пользы. Они становятся более эгоистичными, и их не заботит то, что происходит в мире и с миром. Поэтому я считаю, что алтарь, который нам нужно отстраивать, — это поместная церковь. Я считаю, что церковь — это врата на небо. В послании к Ефесянам 2 главе сказано, что церковь — это место обитания Бога. Мы должны сражаться за церковь и за то, чтобы люди могли вернуться в церковь. Аминь. Затем Илья молился об огне с неба, а потом он принес реформы. Но без Божьего огня и Божьего порядка не будет никаких реформ. А это означает, что мы не сможем уничтожить бедность. Когда все сами по себе и все в режиме выживания, мы не сможем мобилизовать Божью армию для борьбы с бедностью, как с величайшим злом и серьезнейшим заболеванием нашего общества. Я верю, что к 2030 году мы нанесем бедности в ЮАР огромный удар. Но для этого нужно, чтобы поднялась Церковь Иисуса Христа. Богу нужны люди. Давайте вспомним, для чего пришел Иисус. Вижу, что мое время подошло к концу, а я еще даже и не начал. Так и будет. Многие люди стали спринтерами, хотя Бог призвал нас пробежать марафон. Хорошо. Евангелие от Луки, 12 глава, 49 стих. Посмотрим. «Я пришел, чтобы разжечь огонь на этой земле. Как бы мне хотелось, чтобы он пылал прямо сейчас. Я пришел, чтобы все изменить. Это значит и вас, сэр. Я пришел вытолкать вас из вашей зоны комфорта, Гидеон. Я пришел, чтобы вернуть тебя в игру, Моисей. Я пришел, чтобы призвать тебя, Петр, к тому, для чего я тебя создал». «Я пришел, чтобы дать тебе еще один шанс, Самсон. Твои волосы отрастут. Стань избавителем. Я верну тебе зрение. Только ответь на мой призыв. Отнеситесь серьезно к Богу и к Божьим вещам. Напоминаю, что люди, умирающие без Иисуса, не получают второй шанс. Нет никакого чистилища или зала ожидания. Вы не вернетесь сюда, как таракан, чтобы искупить свою вину. Вы умрете раз и навсегда. Вы не вернетесь сюда снова. Я не понимаю, как люди оказываются под этой завесой обмана. Христиане будто бы впадают в кому. Их ничего не волнует. Они ведут себя так, будто бы Царство Божие ничего не значит. Главное, чтобы у меня все было хорошо. Вот так-то. Если бы с вами все было хорошо, вы бы не сидели сейчас один. Я пришел, чтобы все изменить, все перевернуть. Как я хочу, чтобы это свершилось. Вы думаете, я пришел, чтобы все сгладить и все сделать милым и хорошим? Вам не нужен милый пастор. Я постоянно говорю парням, милые ребята остаются без девушек. Вы не можете быть милыми все время. Вам не нужен милый пастор. Думаю, Иисус обижал бы вас каждое воскресенье, если бы Он был вашим пастором. Он сидит во время сбора пожертвований и говорит, «Эта вдова отдала все, что у нее было». А вы все держитесь за свои кошельки. Вам бы понравилось такое пожертвование? Если бы Иисус был моим пастором, вы бы не продержались и двух недель. Он бы подошел к вам и спросил, как жизнь? О, Иисус, одного тебе не достает. Он любит вас слишком сильно, чтобы оставить вас там, где вы находитесь. Он будет разговаривать с вами. Он будет бросать вам вызов. Он будет менять вас и перестраивать вашу жизнь. Он приведет в порядок ваши отношения. Вот каким был Иисус из Библии, а не тем мягкотелым, бесхребетным и бесхарактерным, которому вы можете указывать. Он царь царей и Господь Господь. Он будет править вселенной. Он вернется, чтобы править небом и землей. Ему не нужно ваше разрешение. Однажды все склонят перед ним свои колени.
никто не сможет остаться агностиком. Один из величайших теннисистов заявил, что он агностик, атеист. Ничего, однажды он признает. Все ваши дары, все таланты только лишь от Бога. Вы не Бог. Однажды вы увидите воскресшего Христа, и ваш атеизм испарится. Такова реальность. И далее он говорит: «Я пришел нарушить и противостоять. Отныне, когда вы найдете пятерых в доме, это будет трое против двоих и двое против трех. Отец против сына и сын против отца. Мать против дочери и дочь против матери. Свекровь против невестки и невестка против свекрови». Последнее. Иисус мог и не говорить. Это и так понятно. Нет, я просто шучу. Так было когда-то. Иисус говорит четко и ясно: «Я пришел начать огонь. Огонь выводит на чистоту. Огонь пожирает. Огонь устраняет. Огонь привлекает. Огонь сильный. Огонь зажигает. Вы не можете иметь огонь и оставаться в темноте. Когда в вас есть огонь, люди видят это. Вы как горячая картошка. Помните эту игру? С вами рядом некомфортно. Вы не вписываетесь туда, где звучат шутки ниже пояса. Людям рядом с вами некомфортно. Вы их не осуждаете, но они начинают менять свое поведение в вашем присутствии. Все потому, что вы поглощены огнем Божьим. Вы живете именно им, не стесняясь. У вас есть то, что так нужно этому миру. Когда мои девочки были маленькими, я учил их, что важно оставаться девственницами. Но поскольку они дети пастора, многие пытались задеть их каким-то образом. Чаще всего это было потому, что другие девочки лишились девственности, и они терпеть не могли то, что мои дочери сохранили чистоту. Я говорил моим девочкам: не обращайте внимания. Мы не осуждаем людей. Вы можете переспать с 5 триллионами людей. Если вы придете ко Христу, Бог может восстановить ваше достоинство и вашу девственность, если вы будете хранить себя в чистоте. Но я говорил своим дочерям: вы можете стать такими, как они, за минуту, но они больше никогда не смогут стать такими, как вы. Вот почему они так вас ненавидят. Послушайте, Богу нужны Даниилы, Сидрахи, Мисахи и Авденаго. Молодые люди, которые отказываются осквернять себя образом этого мира, которые не будут уступать тому, что диктует этот мир во имя Иисуса Христа. Богу нужны молодые люди, которые говорят: «Мама, папа, я принял Иисуса. Подвезите меня, пожалуйста, в церковь. Моя жизнь изменится. У меня больше не будет проблем с мальчиками. Ваши родители тоже начнут приходить в церковь, потому что увидят в вас перемены из-за встречи с живым Богом». Скажите аминь на это. Возможно, ваши родители не знают, что с вами случилось, а вы обрели Христа. Вы обрели Господа, и вы любите Его. Вы стали больше времени проводить в церкви, и люди не знают, как вести себя рядом с вами. Вы стали для них как горячая картошка. Вы меняете этот мир. Вы меняете историю. Вы стали светом для многих людей, лучом надежды в этом мире. Никогда не теряйте этого. Не отказывайтесь от этого ради мирских наслаждений. Оно того не стоит. Пора прощаться с нашими телезрителями. Но вначале я хочу сказать, что Бог очень сильно любит вас. Даже если бы вы были единственным человеком на этой планете, Иисус умер бы за вас, и это так мощно. Он умер за весь мир, но Он также умер за вас лично. И сегодня вы сидите перед телевизором, вы потеряли себя, свой путь, свой огонь. Но давайте не будем жить одной ногой в церкви, а другой в миру. Перестаньте доверять свою жизнь Богу и кому-то еще. Давайте перестанем верить лжи, которые люди навязывают нам. Со мной такое тоже случается. Это случается со всеми нами.
Когда я принял спасение, это сказалось на моих отношениях с отцом, потому что я очень горел для Бога. Но однажды вы предстанете перед Иисусом, вы будете там один, а не с мамой или папой. Я молюсь о том, чтобы в тот день вы встретились с Ним как со Спасителем, а не как с судьей. Возможно, вы еще никогда не отдавали свою жизнь Иисусу, а может, вы когда-то сделали это, но охладели. Почему бы вам не вернуться к Иисусу прямо сейчас и прямо там, где вы находитесь? Положите свою руку на сердце и скажите: «Господь Иисус, сегодня я отдаю себя Тебе. Спасибо за то, что любишь меня таким, как я есть. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Сегодня я отдаю Тебе всю свою жизнь. Спасибо за Твою любовь. Во имя Иисуса, аминь. Пусть Бог благословит вас». Спасибо за то, что были с нами сегодня. Мы радуемся за вас вместе с ангелами. На экране есть адрес. Напишите нам. Мы будем рады помочь вам. Мы хотим подарить вам Библию и помолиться за вас. Если вы хотите продолжить смотреть это послание, то зайдите на наш сайт. До встречи через неделю. Я знаю, что у Бога есть для вас великий план. Бог принесет вам восстановление в этом году, но все начинается с личных отношений с Иисусом. Он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. У Бога есть для вас будущее и надежда». Мы любим и обнимаем вас. Будьте благословенны.